Здравствуйте, дорогие друзья, рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Забрежило первое солнышко, да, пришло какое-то тепло, и сразу возникает вопрос, а когда снимать укрытие с винограда? И сразу же ответ, не спешите. То, что пришло нам первое тепло, первое какое-то солнышко, первые 15 градусов, когда мы уже сняли с себя, может быть, какие-то теплые вещи, нам кажется, ай-яй-яй, все, класс, пришла весна. Ну, весна, да, она такая очень обманчивая, поэтому спешить не стоит. Посмотрите, во-первых, прогноз погоды. Например, вот сейчас выходные, да, в районе там 15-16, а среди недели температуры будут ниже, и ночные порядка показывают плюс 1. Ну, на самом деле, если прогноз говорит плюс 1, то не исключено, что в определенных регионах может быть и минус 1, и минус 2, и даже минус 3. То есть еще какой-то минус. Конечно, если почки спят, ничего страшного, но если почки вдруг уже проснулись, я потом немножечко покажу вам, что происходит. Ходит сейчас, да, то это не совсем хорошо. Раз. Во-вторых, ну чего спешить? Если почки спят, ну пусть себе спят. Снимите укрытие чуть позже, как бы. Спешка здесь ни к чему. Ну, давайте посмотрим. Вот два молодых кустика я раскрыла. Посмотрим, что с ними происходит. Кустик номер раз. Прошлогодние посадки. Здесь все спит. Причем, даже смотрите, я вчера срезала кончик. Вот. Свежий срез. Ну, там какая-то пасока чуть-чуть течет. Плащ, ну, не особо. То есть, в принципе, он еще в довольно спящем состоянии. Ну, зачем его раскрывать? Пусть себе еще полежит под укрытием. А вот кустик номер два. Кстати, именно про этот куст, точнее, тут даже два куста. Я вам несколько раз рассказывала. Вот это те ребята, которых в прошлом году я высадила крайне маленькими, с несколькими малюсенькими листиками. И вот как у нас вызрела лоза. Прекрасно перенесла зиму. И смотрите, вот этот парень очень ранний. Он решил уже открыть почки. Вот. Видите? И если я сейчас сниму укрытие, то ничего хорошего из этого не будет. Потому что эти почки могут просто померзнуть. Оно мне надо, оно мне не надо. То есть, например, раскрыть такой куст и потом дрожать при каждом понижении температуры, думать, то ли ехать его накрывать, то ли уже пусть смерзает. Ну, к чему? Я считаю, ни к чему. Остальные кусты я уже не пойду по всем раскрывать, но на самом деле все еще спит. Даже в теплице. Хотя в теплице температура гораздо выше. Ну, такая поздняя весна затяжная. И большинство растений еще спит. Поэтому давайте не будем спешить, подождем нормальной погоды и уже откроемся. Может быть, в этом году нам повезет и придет весна сразу такая тепленькая, без возвратных заморозков. И мы вообще так вот удачно все проскочим. Поэтому не спешим, может быть, следующие выходные будет видно по прогнозам. То есть мы следим, смотрим, когда видим, что, в принципе, уже, наверное, все, будет тепло, будет хорошо, да, тогда можно раскрывать. Но пока что, как минимум, неделю в наших условиях можно подождать, а может быть и две. Но в других регионах вы тоже смотрите по обстоятельствам, смотрите по состоянию почек, смотрите прогнозы погоды. Даже если почки, например, сильно вскрылись, но вы видите, что у вас может быть какая-то опасность заморозков, может быть, есть смысл еще там какую-то недельку, несколько дней подержать под укрытием. Если почки еще спят, то вообще все хорошо, пусть себе спят, тоже смотрим. Когда приходит нормальное тепло, тогда и раскрываемся. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свое мнение. Под видео, нажав кнопку «Еще», будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч!